Прекрасной няне срочно надо рожать третьего ребенка. Такие советы Анастасия Заворотнюк слышит каждый день. Слушай, ты, конечно, меня трясет просто. А всему виной статьи в интернете, в которых пишут: брак актрисы и ее третьего мужа Петра Чернышова обречен. Советчики полагают, чтобы спасти семью, им нужен общий ребенок. И сказали, что на грани развода, потому кто? Что... Не верьте. Вот, потому что вы постоянно работаете, он постоянно работает. Это не развод, мы просто много работаем, но это хорошо. Анастасия Заворотнюк догадывается, откуда берутся сплетни об их разводе. В последнее время ее муж-фигурист сутками пропадает на работе. Вот всем и кажется, что на лед он сбегает из жаркой супружеской спальни. А на самом деле Петр Чернышов готовит новое ледовое шоу. Вы понимаете, Петя весь выжился. Хотите, я сейчас буду говорить за него, потому что он, я не знаю, как он стоит, а сколько ты не спал ночей. Ну ладно, это мы оставим за кадром. Уноси меня. Сейчас занесу. Супругов не часто видят вместе. Чернышов на репетициях, Заворотнюк на съемках. И это очередной повод для пересудов. А прекрасная няня только радуется. В шоу-бизнесе сейчас не самое лучшее время для заработка, а они нараспад. Видите, мы вместе, никакой грани у нас нет. И работать в момент кризиса, я думаю, что это, в общем-то, достижение. И наша заслуга. Вот и сейчас фигурист трудится благо семьи. С первой рок-оперой на коньках он срывает аплодисменты и собирает кассу. А рядом самая преданная поклонница Анастасия Заворотнюк. Я вот вышла цветы подарить. Сейчас знаменитое семейство хватается за любую возможность подработать. На прекрасной няне висит кредит за дом 28 миллионов рублей. Эта сумма указана на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Год или два назад мы купили, дом под ключ, с ремонтом полностью. Но советчики убеждены, долги еще не повод отказываться от радости материнства. Ведь дети Анастасии Заворотнюк уже выросли. Старшей дочери Анне на днях стукнуло 20, сыну Майклу в этом году исполнится 16. Карьера сделана, дом построен, и с Петром Чернышовым они успели пожить для себя. Супруги 8 лет в браке, а совместных детей у них нет. Моя жена самая лучшая в мире просто. Я счастлив, что она у меня есть. Чудо дрессировки. Возможно, прекрасная няня не спешит бороться с демографическим кризисом из-за возраста. Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов – ровесники. Обоим по 44 года. Но в шоу-бизнесе много примеров, когда женщины рожали детей в статусе, как говорят акушеры, старородящих. Олеся Судзиловская во второй раз стала мамой в 41 год, Ольга Дроздова в 42, Ольга Кабо в 44, а знаменитая таксистка Людмила Артемьева в 49 лет. Ну столько лет уже женаты, мне кажется, он бы уже готов. И ничего, у нас есть другие заботы. Но что же ответит Фрейд? Планировать все, что вы нам предложили. Зайцев и его последний показ. Только в нашей программе модельер признается, какая болезнь вынуждает его уйти с подиума. Вдруг это развалина старуха, старик. Смертельно опасный вирус косит звезд. Сергей Лазарев тоже заразился. Я два дня в лёжку лежал, хоть воздух бы дышать.